Таджикская народная сказка. Лиса, черепаха и муравей. Однажды лиса, черепаха и муравей отправились путешествовать. Шли они все трое и с одной стороны дороги увидели рассыпанное просо. Постояли они и подумали, что им делать с этим просом. Раньше всех додумалась лиса и сказала: «Давайте возьмем его и посеем. Когда соберем урожай, поделим его поровну». Черепаха и муравей согласились с лисой и собрали просо. «Теперь для посева мы должны отыскать подходящее поле», — сказала черепаха, и все три спутника отправились искать поле для посева. «Вот здесь надо посеять просо», — останавливаясь, сказал муравей. Немного поработав, лиса вдруг посмотрела на холм и сказала: «Ой, друзья, этот холм может свалиться на наше поле и уничтожить наш труд», — сказала так лиса, пошла за холм и преспокойно улеглась спать. Вечером, закончив вспашку поля, черепаха и муравей пошли искать себе место для отдыха и в это время заметили лису. Лиса тоже заметила их и, ухая и ахая, стала причитать: «Вовремя я пошла, холм уже начал опрокидываться на наше поле, и работа бы наша пропала, и сами мы бы погибли». Черепаха и муравей поверили лисе. На другой день они посеяли просо и стали ждать урожая. Наступила осень. Как и раньше, вдвоем муравей с черепахой собрали спелое-приспелое просо. Но в это время откуда-то взялась лиса. Она с восхищением оглядела золотистую гору просо, прошлась вокруг него и сказала: «Приятели, не так уж много урожая мы собрали. Не стоит нам его делить. Давайте поспорим, кто выиграет, тому и достанется урожай». «На что же мы поспорим?» — спросила черепаха. «Кто из нас троих выбежит в одно время вон из-под того карагача и раньше добежит до проса, тот получит весь урожай». Черепаха с муравьем вынуждены были согласиться и пошли с лисой под карагач. «Приготовьтесь, побежали!» — скомандовала лиса и сама раньше всех побежала во весь дух. Муравей же, не теряя времени, тут же вцепился в хвост лисе. Лиса первая подбежала к просу, тихонько положила на него свой пушистый хвост и крикнула громко: «Вот и стал урожай моим!» — крикнула так лиса и самодовольно расхохоталась. «Эй, лиса, подними-ка хвост, а то меня расставишь!» — вдруг неожиданно для лисы крикнул муравей. «Моё, говоришь? Нет, я уже давно пробежал сюда!» Лиса подняла скандал. Тут приползла и черепаха. Она встала на сторону муравья и сказала: «Дорогой друг, перестань скандалить. Разве ты не знаешь, что тебя ищут две охотничьи собаки? Вот, слышишь их лай?» Заслышав о собаках, лиса поверила черепахе и со страху тут же убежала. Так черепаха с муравьем избавились от хитрой лисы, разделили между собой урожай просо и на всю зиму обеспечили себя едой.